Короче. Просто самый кайф. Ничего себе. Просто здорово. Привет, сейчас поднаберем опять. Ульяновск, привет, конечно, помню. Родной свой город. Ну здорово! Еду в никуда, просто катаем. На самом деле. Куда уже ехать в такое время? В такое время уже ехать некуда. Поедем сейчас на Воробьёва, посмотрим на то, что там происходит. С праздником, школьники и школьницы! Сегодня у вас последний звонок, по-моему, все. Устали учиться, наверное. Сегодня отмучились вы. Закончили свои эти. Как ни странно, сегодня, кстати, мало вижу почему-то. Школьников и школьниц. Хотя много сегодня перемещался по улице. Катался сегодня в лесу там на велосипеде и мало. Домино вполне возможно, что буду. Думаю, будет классно. На все сейчас не отвечу. Все подразберу, там посмотрю, обязательно выйду на днях. И тогда выйду, короче, в массы немного. Новые песни будут скоро. Подсняли один лайв, который по классике. Ну, вы знаете, о чем я говорю, да, такие. Серия лайвов у меня выходила. Вот подсняли еще один такой лайв, который очень скоро выйдет. Гастроли осенью. Люберцы, привет. Бельгийцу привет от подольской банды. Да ладно. Ну. Подольская банда вам того же. С Мафоном пока я ничего, ну как бы видел Санька недавно, но по поводу фитов, возможно, что-то и будет вообще с тандемчиками. Мафона вообще уважаю. Питер, конечно, привет. Сейчас говорим, там на октябрь, возможно, доеду к вам. Перово, привет. Стоха и на общухе, конечно же. Болты это у сантехника вкручены гаечным ключом. Калуга, привет. Минск. Тоже думаю, что-то там. Короче, все, что по поездкам, это там ближе к осени. Самара. Романчик. Общаюсь с Романчиком не так часто, как раньше, не так часто, как хотелось бы тоже. У него семья, движухи там свои. И поэтому так, рыбчину делает мало. Иногда пересекаемся. Он больше по рыбалке в последнее время. Кунцево, привет. Я там жил какое-то время. Очень люблю этот район, Кунцево. Классно, очень. В районе Истринской улицы там был. Левкин нормально. Тоже в семье. Все как-то, знаете, в семьях все. В семейной жизни. Арбат, привет.
Сегодня 10 лет действительно со дня первого микстейпа. Увидел сегодня сам эту новость. Сначала подумал, что это, наверное, много. А потом, знаете, 10 лет это на самом деле совсем мало. Понял, что как будто вот неделю назад это все произошло. Столько было движений интересных и классных, за которые очень благодарен вам, себе. И мне 27 лет сейчас. Зебра, салют только был там. Вот практически оттуда и еду. С Санечком сегодня тренили. Было кайфово. Че, погнали? Ты можешь еще пока наполняешь. Спасибо за возврат. Пока тут возле университета, пока трёмся. Всем хорошего вечера. Желаю. Завтра в 10 утра включайте русское. От души. До связи.